Hey, my name is Misha, and me and my friend, we don't plan our traveling as much. And yeah, maybe we should. Maybe it's less stressful this way, but also less fun. Because, you know, some things you just can't plan, and those are usually the ones that make you memories. So, this is a story about two Russian students who went to New York City for 4 days, with no money for accommodation, with no plans, and yet, who got to experience the true vibe of the city, because I guess we let it just to guide us. Что-то мы не туда едем. Какого хера? Не, ну, это все плевать. Уходи, господи. Такое проникновение сейчас, конечно. Мы сейчас находимся в Гарлеме. Вроде. Мне так нравится путешествовать. Я иногда даже не знаю, в каком я городе нахожусь, типа. Это клево. Но сейчас знаю, в Нью-Йорке. Вот. Он только что за мое плечико держался. А мы идем в Бруклин или не из Бруклина? В Бруклин. Хорошо, значит, мы были в Бруклине. Класс. Мы уже были в Бруклине, мы тусили в Бруклине. А, точно. Чуваки, мы в Бруклине тусили. Значит, там. О, красиво. Давай, расскажи. Значит, Roof Access Floor 40, нам, значит, еще 40 минут 16 стажите. 24. Красавчик. Включил?